Шесть покоев, просторная столовая, балкон над террасой. Будовля нового дома семейного типа у Славгороде наближается до завершения. Плануется, что к кастрычникам все ремонтные работы будут завершены. У двухповерховом доме смогут расти 10 детей, которые по разных причинах застались без опеки батьков. У новом двухповерховом доме места хопить усім, кажут сами будовники. Это больше 220 квадратных метров жилья. Есть тут еще и господарчая побудовы. Важная для райцентра будовля ведется по державной инвестпрограмме и мае свои особливости. Он полностью электрифицирован. Здесь все идет, абсолютно отсутствует подключение газа и электроснабжение, теплоснабжение, все идет от электроисточников. Здесь также будет стоять электрокотел и будет обеспечивать теплоснабжение данного объекта. Поступово заканчиваются працы на даху, иде оздобление фасада и помешкание унутры. По плану у доме великая столовая, кухня, балкон над террасой, два санузлы и шесть спальных покоев. Это одна из жилых комнат. В скором времени здесь уже появится полная отделка. На данный момент мы закончили с мокрыми процессами, выполнена штукатурка. Совсем скоро будет выполнена наша поклевка, также будут поклеены обои и усилен ламинат. Стараемся, чтобы дом скорее наполнился детским смехом. Усяго у Славгородском районе 30 детей-сирот, которые выховываются у приемных и опекунских семьях. И для когось из них уже у кастрычнику этот важный для райцентра объект станет родным домом. Юлія Нашликова, Александр Тарасов. Новини региона.